Ирина Ханикова. Я глава общественной организации «Солнечные дети Херсонщины». Когда рождается особенный ребенок, сначала ты испытываешь шок, ярость, гнев, обиду, злость. А потом, когда ты видишь его улыбку, его первые успехи, ты понимаешь, что весь мир вокруг тебя изменился, твои ценности изменились, и ты получил от Бога подарок, настоящее счастье вот этого ребенка с синдромом Дауна. Так произошло и в моей жизни. Мой пятый ребенок Артем принес мне такое счастье. Я такая не одна, потому что таких деток рождается очень много. И мы у себя в Херсоне семьи с такими детками объединились в одну большую организацию и дали символическое название «Солнечные дети Херсонщины». Наша миссия стала дарить таким детям счастливую жизнь. Мы создаем самые комфортные условия для того, чтобы наши детки могли развиваться, обучаться, творить и получать путевку в будущее. В нашей организации более 50 семей, в которых воспитываются солнечные дети. Хотя начинали мы всего с 10, но за 4,5 года наша организация, благодаря своей активной деятельности, выросла в 5 раз, и это очень радует. В первую очередь, и это самое главное, что нужно сделать, это все-таки определить миссию и определить все те самые ценности, которые так важны и которые дают тебе дыхание, которые дают тебе возможность творить, жить ради того, чем мы занимаемся, ради наших детей. И вот мы сели, определились, выработали стратегический план. Правда, иногда не получается его придерживаться, потому что жизнь — коварная штука и преподносит нам интересные сюрпризы. Но, тем не менее, мы стараемся выполнять все то, что задумано. А задумали мы начинать с нуля, чтобы такие семьи не оказывались вот в вакууме, когда у них рождается особенный ребенок. Поэтому мы начали с роддомов, вернулись туда, откуда зарождается жизнь, где первый этот человечек делает свой первый шажок в такой тяжелый, сложный, но очень интересный мир. Мы создали солнечные копилки, полный пакет информации про синдром Дауна, про таких деток, про таких родителей, которые приняли и полюбили их, про нашу организацию, которая всецело помогает развивать и воспитывать таких детей. Мы провели очень много семинаров, тренингов и встреч с врачами, с медицинскими работниками, рассказали и попросили их немножко по-другому относиться к тем семьям, в которых родились особенные детки. Мы проехали с этими копилками по всей Херсонской области. И сейчас в каждом городе, в каждом селе, в каждом акушерском пункте, роддоме женской консультации есть наши солнечные копилки. Потом мы пошли дальше. Дети растут, дети подрастают, они идут в детский сад. И поэтому нашей следующей задачей было открыть как можно больше инклюзивных групп в детских садах. Потому что наши дети точно такие же, как все. У них есть детские мечты, есть желание творить, любить. И нам это удалось. За год мы открыли 4 группы в детских садиках. И наши солнечные малыши с удовольствием ходят туда. Сейчас в наших планах, конечно, дальше двигаться вперед. Но на этом наша работа не заканчивается, потому что, если задуматься, мы за 4,5 года провели более, наверное, 50 проектов, которые однозначно связаны с инклюзией. У нас свои традиции сложились в нашей организации. Мы стараемся всецело привлечь внимание общественности к вопросам именно деток с инвалидностью, к тому, чтобы не нарушались их права, к тому, чтобы они точно так же, как и все остальные, могли ими воспользоваться. И знаете, нам, я так считаю, это удается, потому что уже 4-й год в нашем городе Херсоне проходит велопробег «Солнечный круг», где обычные велосипедисты-любители сами приезжают каждый год в один и тот же день и совершают невероятный круг в честь наших деток. Это настолько здорово, настолько трогательно. И наши малыши уже подключаются к ним, садятся на велосипеды и вместе с ними рулят педали. Так что я думаю, что совсем скоро они тоже смогут совершить такой солнечный круг вместе со взрослыми людьми. Каждый год в нашем Херсоне проходит обязательно футбольный турнир «Солнечный мяч». И надо видеть, как это трогательно, когда настоящие футболисты, такие брутальные мужчины, и так трогательно и нежно играют с нашими малышами в футбол в этом мини
турнире, это, ну, это просто здорово. Дух захватывает, эмоции переполняет, и это классно. Каждый год мы проводим акции «Конверт добра» и «Lots of Socks» — разноцветные носочки. И ежегодно включаются в эту акцию очень много людей. И с каждым годом она приносит новых и новых друзей в ряды нашей организации. И самое удивительное то, что не мы обращаемся к людям, а люди сами предлагают нам принять участие. Просят прийти к ним в школы, в гимназии, рассказать об этих детях. И вот из таких встреч они превращаются в настоящую дружбу. И после этого проводится масса всяких инклюзивных дискотек, посиделок, встреч. Ну, это здорово. Я считаю, что это действительно здорово. А самыми яркими событиями в нашей жизни организации стали, естественно, фотовыставки, проект «Настоящие», фестиваль «Счастливы вместе» и наша мечта, инклюзивное пространство детских мечтаний «Солнечный мир». Вот об этом я и хочу немножечко рассказать вам, чтобы вы узнали, как здорово живут наши дети с синдромом Дауна в городе Херсоне. Что же такое проект «Настоящие»? Это был фейерверк эмоций. Название пришло само по себе. Почему? Потому что настоящими могут быть друзья, настоящими могут быть дети, настоящие чувства, настоящие эмоции. И мы все это хотели показать в проекте «Настоящие». Наши детеныши приняли участие в создании модели для себя. Дизайнер одежды создавала под каждого ребенка, учитывая его характер, его особенности, индивидуальные свитшоты и платья. А детские рисунки, сотворенные их руками, потом перенеслись на эту одежду. Наши мамочки почувствовали себя настоящими богинями, потому что их окружили феи из салона красоты, превратили их в волшебниц, таких красавиц. И известный фотохудожник нашего города подарила фотосессию, и каждая мама в невероятно красивом образе была запечатлена на фотовыставке на финальном шоу проекта «Настоящие». И все это закончилось просто сказочным дефиле мод. Вот знаете, такие эмоции, аж мурашки, когда наши дети с улыбками, гордо, по подиуму, как настоящие модели, идут, а у родителей слезы. Потому что они не верили в то, что их дети это могут. В это верили мы, организаторы, а родители в это не верили до конца, что дети на такое способны. И весь город видел, как идут наши солнечные модели с гордо поднятыми головами. Они дефилируют, они дарят эмоции, они дарят улыбки всем. И все закончилось великолепным салютом. Но это просто действительно был вот праздник настоящих. Настоящих друзей, настоящих чувств и настоящих эмоций. Следующим грандиозным проектом нашей организации стал фестиваль «Счастливы вместе». Мы решили шагнуть дальше, уже выйти за рамки Херсонской области и провести всеукраинский фестиваль. Из 8 областей нашей страны, с разных ее регионов, Донецк, Львов, Луцк, откуда только не приехали 15 семей с детками с синдромом Дауна, 45 участников принимали участие в нашем фестивале. Вот столько эмоций, только гордости за семьи, я думаю, что Херсон еще не испытывал. Три дня драйва, три дня азарта, три дня вот такого сумасшедшего, в хорошем смысле этого слова, буйства красок и эмоций мы пережили все вместе. И мы действительно увидели, что семья, в которой воспитывается и растет такой ребенок, живет полноценной, успешной, счастливой жизнью. Все были на таком высоте. Каждый человечек почувствовал себя нужным, успешным и счастливым. Это было так здорово. Но несмотря на то, что все мы это делали, все это было красиво, все это было ярко и здорово, нам всегда хотелось, чтобы у нас было какое-то пространство, куда могли бы приходить любые дети, чтобы каждый ребенок, у которого есть мечта, мог прийти к нам и ее осуществить. И для этого не было никаких границ, никаких преград, чтобы это было свободно, открыто и доступно каждому. И благодаря меценатам, благодаря нашим спонсорам, донорам,
Всем добрым людям Херсона, области и Украины мы реализовали свою мечту. Мы создали вот именно такое инклюзивное пространство детских мечтаний «Солнечный мир». Там каждый уголочек из 3 комнат дышит любовью и заботой. Своими руками родители сделали шикарный ремонт. Мы вложили всю свою душу в стены. На наших потолке улыбается солнышко. Наша стена расписана бывшим полковником милиции в отставке в великолепную картину. Каждый кусочек этого пространства создан с таким вниманием, с такой заботой и любовью к этим детям, что они по-настоящему чувствуют себя там счастливыми. У нас есть 3 комнаты, и каждая комната функциональна. Одна комната — это сенсорно-игровая. В ней находится и спортивное оборудование, и интерактивная доска, и различные лабиринты. Именно там наши дети занимаются спортом, йогой, танцами. Именно там проходят все наши игровые занятия, проходят развлечения и праздники. Там, где дети могут дурачиться, веселиться, заниматься спортом. Это то место, где мы абсолютно не переживаем за детей, потому что оно безопасно для каждого ребенка. Другая комната — это наш офис и комната для индивидуальных занятий. Знаете, когда заходишь в нее, мы сначала переживали, что мы сочетаем вроде бы несовместимые вещи, офисное помещение и комната для индивидуальных занятий. Но это настолько удачно переплелось, тебя сразу в этой комнате встречает фотовыставка наших солнечных детей. И ты попадаешь в мир их улыбок. Их душа на каждой фотографии распахнута настежь. И это такое тепло, которое ты не встретишь нигде. Весь материал подобран очень тщательно с учетом всех-всех особенностей. Мы использовали только самые хорошие качественные материалы для того, чтобы деткам было удобно, комфортно, и чтобы специалисты могли работать любые. Будь то специалист с высшим образованием, будь то специалист с 25-летним стажем, или просто мама, которая хочет позаниматься со своим ребенком, они справятся в нашем пространстве. Они подарят детенышу все, что ему хочется, и реализуют любую его мечту. А третья комната у нас волшебная. В нее, когда заходят взрослые или дети, у них не то что мурашки по коже, у них просто такой взрыв эмоций, и они не хотят оттуда уходить. Она действительно заставляет попасть в сказку. Это темная сенсорная комната, которая наполнена уникальным оборудованием. У нас есть и пузырьковые колонны, которые переливаются всем цветом и отражаются в зеркалах. Дети с таким восторгом любят сидеть на них, обнимать, рассматривать эти пузырьки, которые поднимаются вверх, считать рыбок разноцветных, которые там плавают. Они получают какой-то релакс возле этих пузырьковых колонн. Есть бассейн со светящимися шариками, где каждый шарик приносит твоим мышцам удивительное расслабление. И дети тоже с огромным удовольствием залезают туда, а уж взрослые с каким удовольствием туда залезают, поверьте, они радуются не меньше, чем дети. Есть космический уголок. Это такой пучок из фиброволокон, который действительно завораживает и отправляет тебя во Вселенную. И все, кто хотят побывать в космосе, садятся в удобное кресло, окутывают себя этим фиброволокнами и наслаждаются Вселенной. Мы не забыли о том, что детки разные, и кое-кому не хочется быть в обществе, но тем не менее хочется быть с ним. Поэтому для таких детей мы создали специальный уголочек в этой сенсорной комнате с прозрачным дождем. Там, где ребенок вроде как бы один, и в то же время он видит все, что происходит за стенками этого волшебного домика. Ему очень комфортно и уютно. Поэтому мы и говорим, что в наш солнечный мир — это действительно вот то инклюзивное пространство, где каждый ребеночек чувствует себя успешным, счастливым и реализует свои мечты. В нашем солнечном мире работает целая команда специалистов. Есть те, которые занимаются индивидуально и корректируют поведение ребенка, проводят занятия те, которые важны и нужны именно этому малышу.
Есть специалисты, которые работают с группой детей, которым нравится объединять деток разных нозологий, обычных деток, деток с инвалидностью, для того, чтобы они учились, общались и дружили все вместе. А еще мы все время помним о том, что эмоциональное состояние ребенка в первую очередь зависит от эмоционального состояния его родителей, его семьи. И поэтому одним из важных направлений работы нашей команды есть тренинги, мастер-классы и обучение родителей и детей. Мы учим родителей общаться со своим ребенком, мы учим их играть со своим ребенком, рассказываем, показываем всю необходимость и важность чувствовать себя счастливым, когда ты находишься рядом с таким ребенком. Ведь только в таком тандеме, в уверенности в своем дите, в вере в своего ребенка, в его силы, может произойти чудо, и ваш малыш станет успешным, счастливым и самодостаточным. Ну и, конечно, мы не забываем о том, что мы не одни, мы никогда не отделяемся, мы не говорим, что мы находимся где-то в тишине, в каком-то уголочке. Мы открыты, мы выходим в город, мы участвуем во всех городских мероприятиях, во всех фестивалях, которые проходят у нас в городе. Наших детей можно встретить на каждом празднике, на каждом представлении кукольного театра. Мы ходим в драмтеатр, мы ходим в цирк, мы гуляем в парках. По-моему, солнечные дети в городе Херсоне — это такие вот известные личности, которых люди уже узнают на улице и улыбаются при виде наших малышей. И это нас тоже очень-очень радует. Хочется сказать еще огромное спасибо нашей городской власти, потому что действительно за 4,5 года они очень много помогли нашей организации именно в реализации наших желаний, наших мечтаний. Например, они прислушались к нам, когда мы показали всю важность и необходимость того, что детки с синдромом Дауна должны отдыхать вместе с родителями ежегодно. И это не всегда могут позволить себе семьи, в которых растут детки с инвалидностью. И тогда депутаты, услышав нас, нашу просьбу, создали такую программу, согласно которой уже 4 года каждый ребенок с синдромом Дауна со своей мамой или папой на 2 недели выезжает на Черное море. Они живут в пансионатах, они питаются, они отдыхают. И за все за это оплачивает городской бюджет. Это очень здорово. Помещение, в котором находится наш удивительный солнечный мир, нам точно так же было передано в бесплатную аренду нашей городской властью. Это действительно круто, это действительно здорово. Когда мы создавали и открывали инклюзивную группу в детском саду и увидели, что для этого необходимо очень много материала для того, чтобы дети могли развиваться и творить, то мы тоже обратились к депутатам городского совета, объяснили, рассказали всю необходимость и важность, и они выделили средства для того, чтобы мы могли все это приобрести, сделать ремонт, поменять мебель на удобную для наших малышей и, соответственно, купить весь дидактический материал, который им необходим. Поэтому вот именно в Херсоне мы действительно хотим поблагодарить от души депутатов городского совета за то, что они прислушиваются к нам и помогают нам, нашей организации, реализовывать вот такие грандиозные проекты.